Карагандинской области сегодня более полсотни заболевших коронавирусом. Только за сегодняшний день этот диагноз подтвердился у 7 жителей нашего региона. В общем, по стране прирост заболеваемости не превышает 10-11%. Между тем увеличивается и количество выздоровевших. Подробности у Антона Александрова. Сегодня в Казахстане более 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В обед сегодня стало известно еще о 7 заболевших жителях Карагандинской области. Все они находятся на карантине и считались контактными. Прирост заболеваемости в целом по республике не превышает 10-11%. При этом мы обращаем внимание на высокий прирост заболеваемости в некоторых регионах, таких как Кызылординская, Карагандинская, Туркестанская, Атырауские области, что диктует необходимость введения дополнительных ограничительных карантинных мероприятий и жесткого соблюдения уже введенных карантинных ограничительных мероприятий. Для выявления потенциально инфицированных лиц сейчас проводят эпидемиологическое расследование. Все контактировавшие с заболевшими изолируются. Под круглосуточным наблюдением медиков сейчас находится 908 человек. Еще 1440 соблюдают домашний карантин. Пациентов с вирусной инфекцией обслуживают специализированные бригады скорой помощи, говорят чиновники от медицины. Для лечения больных с подозрением на пневмонию и ОРВИ открыты даже пульмонологические центры в нашей области. 85% случаев приходится на легкое и бессимптомное течение. 11,5% случаев расценивается как средней степени тяжести. У 16 пациентов сегодня состояние оценивается как тяжелое. Наибольшее число заболевших COVID-19 по-прежнему в Нур-Султане, затем в Алматы, Карагандинской и Кызылординской областях. Между тем, наименьшее число заболевших в Павлодарской области, а также в Западно-Казахстанской и Костанайской. Сейчас всем необходимо соблюдать меры предосторожности и не выходить из дома без острой необходимости. Берегите себя. Антон Александров, Николай Шевелев, 5 канал.